Итак, всем привет, друзья, подписчики, с вами Крэш Паша. Как видите, я проснулся, чтобы записать новый ролик по нашей бабушке Гренни, которую мы любим, которую мы знаем. Правда, она вонючка старая, конечно, пердучка, там все делишки и так далее. Сегодня мы с вами будем делать эксперимент, что будет, если стрельнуть в мясо зебры, которая находится у Гренни, из дробовика. Вам реально ролик очень понравился про прошлый выстрел в обычное мясо. А сейчас с новой обновой, про футбол, который, в принципе, старый, но она нам пригодится. Можно стрельнуть в реальное мясо зебры. Офигеть. Прячемся. Вам, короче, очень понравится, мы сделаем этот эксперимент. Помимо этого эксперимента, мы посмотрим, что будет, если бабку футболиста скинуть с третьего этажа. То есть мы сделаем сразу два эксперимента в одном ролике. Сразу куча контента специально для моих подписчиков на халявочку. Вот так вот. Итак, побежали. От бабушки. От бабулечки. От бабушечки. Давайте ее закроем в парилочке, и все будет четко. Кстати, если кто-то этот мод не скачал, но хочет себе, здесь очень классные скины на всем. Я ссылочку оставлю в описании, ну, мало ли, на всякий случай. Может быть, пригодится вам. А сейчас постараемся зажарить бабку. Но вы не забывайте ставьте лайк. Не забывайте ставить лайк, если вам ролик нравится. Не забывайте подписаться, чтобы не пропустить другие ролики. И... самое главное, посмотрите другие ролики на моем канале, потому что их дофига, просто миллион экспериментов, которые вам 100% понравятся, потому что мы их снимали по несколько человек с душой, там все подряд. А, какой у нас план действий? Нам надо найти дробовик. Я уже переснимаю этот ролик второй раз, потому что с первого раза у меня почему-то совсем не получилось, я не знаю почему, но, как сказать, я дробовик не мог 15 минут собрать, то есть очень долго его искали и в итоге не нашли почему-то. Я не знаю, с чем это связано, но так получилось. Я реально старался, я 15 минут бродил и, короче, не набродился. Не получилось. Мы до этого с базы снимали получасовой ролик для вас, игра вдвоем. Но он еще не вышел, по-моему, на канал. Выйдет минут через 10, как мы вдвоем проходили Гренни, мелкую Гренни. То есть вам тоже 100% понравится тот ролик. Вот как-то так. А мы поехали. Давайте забегаем. На канале можете чекнуть этот ролик, кстати, про игру вдвоем. Ну и все. И да, ребята, не забудьте, я ввел новый челлендж. Если вы поставите лайк, напишите коммент, который вы хотите, чтобы выиграл в конкурсе, а также... это Playhouse, она подлог, похож, я думаю, подлог. Напишите коммент и плюс подпишитесь на канал, то у вас есть шанс попасть в ролик. Три чувака, которые это сделают, попадут в следующий ролик. Ну, ролик про двоих я уже снял до этого. А три чувака, которые напишут коммент, поставят лайк и подпишутся, попадут в ролик. Так что не стесняйтесь, подписывайтесь, ставьте лайк и попадете в роликанский. В роликанский роликан. Так, мы нашли приклад. Отлично, четко. 5-0, супер, это Саудовская Аравия там, по-моему. Я слова уже не могу выговорить все подряд, потому что я реально, я говорю уже час подряд, и у меня уже реально связывается язык из-за усталости, может быть, язык тоже устает. Но, короче, я слова не все могу выговорить красиво, как я обычно разговариваю с вами, как бы, да. Слюней полный рот, еще бабка-вонючка, пердучка там. Короче, у нас есть одна часть. Я, кстати, эту часть не мог 15 минут найти. Я нашел ствол, нашел курок, но не смог найти именно вот эту частичку от дробовика. Так, где ручка от колодца нашел? По-моему, здесь. Нет, я ее нашел в этом. Где-то. А, я ее нашел в шкафу. Короче, если мы сейчас не найдем молоточек, то нам. Фак! Я так пересрался, капец, вы не представляете. Я так пересрался. Хорошо, что я успел замансовать просто на скиллыче. А скилл прокачан у меня оказался. Мы умансовали. Ну ничего, сейчас дробовик соберем. И мы будем стрелять, кстати, кто не знает, в это мясо. Вот оно, мясо зебры. И как раз вторая часть дробовика, остался только ствол. Фак, мы уронили что-то неприятное. Короче, бабка сейчас пойдет сюда, поэтому давайте заберем часть дробовика, уроним еще светильник и пойдем вот сюда. И у нас будет немножко времени, пока бабка
Она побежала. Сейчас сломает все шкафчики там, все подряд перелопачит, и у нас будет преимущество. Я надеюсь, что остальная часть дробовика находится у этого. У медведя. И забыл сказать, я же в этом ролике делаю сразу два эксперимента. То есть мы первый эксперимент стреляем в мясо зебры, а второй эксперимент мы будем скидывать бабку футболиста с третьего этажа. Посмотрим, как она... Короче, просто в этот прикол заценим, чисто по фанчику. У нас, в принципе, ролики все по фанчику, то есть я стараюсь настроение как-то поднять вам, чтобы эксперименты вы заценили, и все в таком роде. Так, мне интересно, молоток лежит на кухне, давайте кухню заценим. Может быть, в смысле, колодец заценим. Надеюсь, в колодце будет фигня под названием. Фигня под названием будет там молоток. А молоток откроем и найдем часть дробовика, которая ствол называется. Как-то так. Короче, у нас будет стволина, и мы пройдем игрушку. Пройдем наш квест-челлендж с мясом, с зеброй. Неизвестно, что в этой зебре, конечно, выпадет, потому что в обычное мясо мы стреляли, там эпик фейл трэш был. И зебру, короче, мы заценим. Блин, шестеренка. Короче, надо что-то уронить. И убежать. Мы сейчас окажемся на втором этаже. Побежим к Мишке. У Мишки, скорее всего, ствол реальный. Мы бабку сейчас стрельнем, заберем пулю. Каким-то образом нужно приманить бабку на... третий этаж и долбануть в нее с дробаша. Это будет эпик трэш, опять же. И мы ее скинем с третьего этажа, это будет четко. Так, она что-то дверь открыла, походу это сарай был. А может быть она просто пошла на улицу? Так, она, короче, бежит где-то. Нам надо бежать быстрее, как вы понимаете. Если мы молоток не найдем здесь... Вон молоток. Его дробовик! Молоток нам не нужен, представляете? Все, мы дробовик быстро собрали довольно-таки. Потому что в прошлый раз было очень долго. Я надеюсь, я успею выбраться с этого капкана до прихода бабки. Ну и как раз она на этот шум придет, и мы будем с дробовиком в безопасности снизу. Потому что она сейчас наверх двигается, 100%. А мы с дробовиком ее подкараулим, пойдем стрельнем в мясо. И пойдем скинем ее с третьего этажа. Будет сразу два супер эксперимента, реально. За них можно лайкос влепить, как бы два эксперимента в одном ролике. Это прям выше крыши, ребят. Выше моих обычных роликов. Так что лайк заслуживает. Парам. Все, берем дробовик. Дробаш. Парам-пам-пам. 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 Парам-пам-пам-пам. Все, аккуратненько. Аккуратненько идем. И сейчас бабушку с собой мы заберем. Блин, мне так нравятся эти кирпичные стены. Еще раз мод. Хотите, ссылочка в описании. Мне не жалко, как бы. А бабушка к нам идет. Наш серебряный дробовик бабку развалил. Все, мы идем к мясу. Раза два сейчас по нему стрельнем. Конечно, у нас бесконечных патрон нету. Мы без читов играем. Просто мод с футбольной. Дартс есть здесь, отличненький. Заряжаемся и двигаемся дальше. Давайте. Так, бабушка, привет. Давай, до свидос. Мы идем за мясом, за твоим мясом. Зебры, зачем ты... Она зебру где-то поймала и засадила ее в свой капкан на крюк. Вообще жесткая бабка. Прям некрасивая такая. Так, молоток. Нам не нужен? Да, не нужен. Или нужен? Не, не нужен. Давайте капкан обезвредим. Готовьтесь, сейчас серебряного дробовика стрельнем в мясо зебры. Просто, реально, это будет супер-мега-эксперимент. Серебряный дробовик против мяса зебры и огонь. Давайте. Шот. Готовы? Поехали. Раз, два, три. Я кнопку перепутал. Раз, два, три. Просто это дикое мясо зебры свалилось с крюка после выстрела с нашего серебряного дробаша. И его можно сейчас унести куда угодно. Правда, оно как-то забаговало уже. Так, здесь мы разобрались. Это было четко. К сожалению, мы его не можем толкать. У него, кстати, мясо зебры. Смотрите, здесь даже прослойка бекона какого-то. Просто жесть. Смотрите, это бекон получился после выстрела серебряного дробовика.
Ну а теперь, ребят, быстро бежим. Дробовик несем на второй этаж. На третий, на крышу. И нам нужна ваза. Блинский блин. Так, заряжаем дробовик. А ваза на первом этаже находится. Я не знаю, успею ли я забрать... Или не успею, успею или не успею. Короче, мы сейчас скинем ее. Так, здесь надо быстро вот так уронить. И дробовик. Дробовик вот так положим. Так, ложим. И за молотком быстро надо сходить. А там молоток не обязателен, там... Любую фигню можно. В принципе. Но я предпочитаю молоточек. Она жила уже, блин, у нас мало времени. Прям очень мало. Я не знаю, получится у нас или нет. Я надеюсь, что получится. Надеюсь, она нас не спалит. Дверь прикроем. Прикрываем дверь. И надо вазу забрать. Вазу надо забрать. Давайте. Так, уронили. Берем вазочку. И сюда быстро, сюда прячемся. Сейчас бабка придет, будет все собирать. И мы ее сейчас разберем, скинем с крыши. А хотя я там доску положил, блин, я дебил. С доской она не точно придет. Ну, пофиг, мы ее скинем по-любому сейчас. Эксперимент надо делать до конца. Или я не крэш-повелитель бабок? Быстро, быстро, быстро назад. Сейчас она манекен будет поднимать, и мы ее ёкнем. Давайте. Бабка-футболистка серебряного дробовика. Ты чё, гонишь? Твой телекинез там совсем не нужен. Фак! Я промазал, ребята! Валим быстро! За пулей, на всякий случай. Капец, это такой был фейл. Фейл филонский. Филонский фейл просто. Фак! Фак! Я просто ходячее несчастье. Она сверху, нет? Сверху, нет? Роняем эту фигню назад, давайте, прячемся. Просто как я промазал, я не понимаю даже, ребята. Но я успел смыться. Как-то манекен мягко падает. Смотрите, она прям четко так стоит. Сейчас вправо пойдет чуть-чуть. И мы ее долбанем. Как раз будет траектория хорошая. Давай, двигайся. Просто смотрите, как четко. Просто кайф. Мы ее так классно уронили. Просто уронил тебя полностью. Давайте дробовик бросаем туда к ней. Серебряный наш. Ребят, это было нереально классно. В общем, прям она так упала красиво между дырок здесь. Между булок. Короче, это было нереально круто. Мне понравилось. В общем, это 100% лайк, ребят. Не забывайте, подписка, лайк, плюс комментарий, который вы хотите, чтобы ролик попал. Что вы хотите, чтобы попало. И рандомно выберу трех чуваков, которые в завтрашних роликах попадут в ролик. Просто... Так что не переживайте, каждый ролик есть шанс попасть. Ну, с вами был Крэш, Паша, прощаюсь с вами на этом, это было клево. До скорой встречи, до свидания.